И оказались мы в силу того, что готовили эту выставку православные христиане в первую очередь. И они, мы выбирали людей, близких нам по мировоззрению. То есть это не просто философы, это именно религиозные философы и люди, многое сделавшие для развития богословской мысли, религиозно-философской мысли. Но я перечислю их имена. Это Николай Бердяев, отец Сергий Булгаков, Николай Лоцкий, Семен Франк, Федор Сипун.